Уют, тепло и водоснабжение обеспечивает сфера жилищно-коммунального хозяйства. Настала пора подвести итоги работ за минувший год и обозначить векторы на будущее. Есть куда стремиться, но и об успехах забывать не стоит. Губернатор Сергей Морозов напомнил о самом положительном факте 2018 года. В прошлом году мы успешно завершили программу по модернизации теплоисточников Ульяновской области. Мы ее разработали в 2016 году, буквально на 2 года, и определили для себя просто грандиозный план. По итогам 2018 года уровень газификации в Ульяновской области, как я уже сказал, с которым мы говорили с Иваном Сергеевичем, достиг почти 61%. Александр Черепан рассказал о грядущих событиях. В этом году федеральный центр выделит более 1 000 000 000 рублей на оздоровление Волги. Пока что готовится смета и проводятся экспертизы. Также настала пора заняться альтернативной ветроэнергетикой. 35 готовых мегаватт у нас уже есть. Необходимо построить новые ветрогенераторы. В планах до 2024 года компании «Фортум» построить еще в 3 муниципальных образованиях ветропарк. Суммарной мощностью на территории региона более 400 мегаватт. В этом году вплотную займутся теплоисточниками, а точнее их коммуникациями. Сотни километров труб предстоит заменить по всей Ульяновской области. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.